Аллилуйя. Я разобрался, как выключать комментарии, ребята. Теперь, наверное, очень часто буду выходить без них, потому что иногда комментарии отвлекали. Уже человек 100 прислало ссылку на то, где какой-то пухляш сидит, такой откормленный мамой и бабушкой, пухлик, строящий из себя, не знаю кого, блядь, Соловьева или Гордона, пытается играть пацан пухленький в журналиста. И напротив него сидит какое-то абсолютно уебищное создание, которое письку изо рта забыл выплюнуть перед тем, как говорить. И он там что-то рассказывает, мне говорит: Павел, посмотрите 118 минуту. Я посмотрел. Вот если это видео увидит вот это уебищное создание, которая якобы работала на «Пусть говорят», и которая меня называет а-ля Пятницкий, говорит о том, что я и другие там люди покупаем места в эфирах, вашу медь, ни разу мне за эфир никто не платил, а уж тем более, чтобы я отдавал свои деньги, чтобы там чего-то высказать. Там. Меня приглашают на эфиры, потому что у меня есть четкий взгляд на ту или иную проблему. Потому что я не лезу за словом в карман. У меня есть четко аргументированная позиция на каждую ситуацию случившуюся, на каждый информационный повод, который стал достоянием общественности. Поэтому меня приглашают. И вот когда сидит такой, ну, понятное дело, что каждому дебилу не заткнешь рот, каждому дебилу не воткнешь вилку в глаз, да, и они могут ходить, что угодно говорить. То есть, но даже вот на всех, вот я сейчас занимаюсь, мы сидим сейчас там, печатаем все, мы сейчас занимаемся темой Семенова, готовим все документы там в суд и в полицию. И если еще этими всякими говноедами заниматься, ну я посмотрел, ну вот понимаете, он уже может себе вырезать медаль из консервной банки или орден Пучеглазого и Букентия. Пусть вырежет себе, привесит на грудь или на задницу. Но я думаю, что если на задницу будет вешать, он может с лицом со своим перепутать. То есть сидит, ну, ничтожные люди. То есть конченые, которые ничего не добились. Какой-то там шнырь был, я вот его не помню даже. Шнырем был, потому что руководила программой, пусть говорят, Наташа Галькович. Редакторов всех я знаю в лицо, кто занимается вот экспертами, кто приглашает. А это был какой-то там принеси, подай, иди, нахер не мешай. То есть и ему надо что-то как-то вылезти, там инсайт он дает. Ядрить твою мать, хорошо, хоть слово умное выучил ты, чушок. И вот он сидит там, дает инсайды. Вот если ты, чушок, смотришь это видео, потому что все равно сейчас кто-то разместит на YouTube, ты приди это мне скажи. Ну приди, чушок, и скажи это мне, я тебя просто обоссу и все. И вот эти вот трепачи ходят, по-моему, там по сбору средств там пишут. Ой, они сейчас будут собирать туда, туда, туда. Слушайте, да никто не хочет собирать. Люди выразили желание собрать. Мы собрали. Деньги я уже переслал, был в Сбербанке, переслал Семеновым. Вот. Часть, которая осталась там, 20 тысяч с небольшим, она пойдет на орграсходы. То есть никто это там, не абы какие деньги. И никто ничего делать не будет. А чушки они будут всегда. И, пожалуйста, я это видео посмотрел, почему-то. Даже смотреть сначала не стал, но когда человек там, очень много человек прислало ссылки, и сейчас еще до сих пор приходит. Все, я посмотрел, можете мне не присылать. Если у кого-то есть данные этого чушка, как его зовут или где он прописан, то есть вы мне скидываете. Потому что вот сейчас мы будем устанавливать личность, вот допустим, вот эта Юшкина, да, которая приходила. Я знаю, что она Юшкина, но как ее зовут, где она живет, я не знаю. А нам нужно подать на нее в суд. Чтобы подать, нам нужны данные. То есть потом вот эта якобы, которая сидела там на говнопрограмме с якобы говнополиграфом, девочка, и говорила, что ее там Семенов что-то за руки хватал куда-то там. Вот такие чушки. То есть если вам что-то делали, тем более там женщину если изнасиловали, все равно пойдет, бы раньше написала. То есть тоже она что-то сказала, вот по этой Холошиной, как ее полностью звать? Как ее имя, отчество, где она живет прописано, надо же подавать в суд по месту жительства ответчика и указывать его данные в исковом заявлении. То есть это мы все узнаем. Поэтому если вы видите, что какая-то чушка, морально опущенный урод неполноценный, то есть что-то там делает и пишет, и вы знаете, как этого урода зовут,
то, пожалуйста, мне присылайте данные их, чтобы мы этого урода идентифицировали и привлекли его за клевету или за оскорбление, что он там делает. Ну, а там бог не Ивашка, видит, кому тяжко. Может, где-то его и какой-нибудь черный член 25-сантиметровый переедет. Ну, всяко бывает. У нас в Москве много мигрантов живет, много граждан африканских республик. Кто знает, вот он так выйдет, вот где-то рот раскроет, а туда писюн чей-нибудь залетит. Вот чтобы они это во рта не раскрывали, сообщайте данные, будем им эти рты затыкать.